Блядь, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда, нахуй, долбоебик! Я тебя полосну, нахуй, парень. Бля, ебать, я пельмени бахнут, нахуй. Стой, Кана, не улетай. Кана. Кана, пуляка! Идем смонить локов. Остальные не долететь не могут, видимо. Ну, у нас РТ будет вообще? Ну, может, знаю. Блять. Кана. Ой, блять. У меня живот болит, я объелся. А Кана тут включил. Давайте в рот наблюю. Пельмени бахнул, пора пивко бахнуть. Да. А потом коньячок. Кана, поел бы со мной пельмени? Уба, это ты на аватарке, да? Да я бы с тобой даже девушек заводил. Войд, а ну спекайся, да, Войд, на трэш. Потом джин, а потом коньяк. Вы смотрите, нет уже там на трэш. Ну, козябру присумонил. А где он? Вы меня сумонете, Пен. Ой, да, Кана, будешь делать? Ты в ТМВ забил, Войд? Угу. На страже природы вот этот. Да-да. Локов нету, нах. Ну, кокозябр. Ружусь. Уф, я здесь главный. Давайте рога пойду. Алло. Давай по одному мобу. Подожди, по одному мобу. Я только что пришел, смонил. А сколько у нас друидов? 3 друида, да, сейчас у нас в рейде будет? Надо больше? Да нет, больше нет смысла. Подожди, больше. Так один, так они в мишке же. Ну, 3 друида было, что ты... Может, не просто не на Бентли нужно заходить, а на Салу заходить? Бентли нахуй. Ну да, с Бентли мы не убиваем, люди. Сумма есть проблемка. Чувак, ну, заберешь это? Молнии хуярит по всем. Бамс нахуй, Тандер, бамс нахуй. Ты будешь чекать ДПС, это будет жесткий ДПС. Че? На Бентли. Слышь, Кирилл? Я один бью нахуй, бать. Кирилл. Суманите Бентли. Что? Может, я рога пойду? А магов у нас много вредили? Магов у нас много вредили? Че, маги нужны? Ну и чё, Войд, как оно? Нормально. Ты один маг получил. КД, да? Просто по КД. Да, я один маг. Вон там фаер есть у нас в гильдии. Кстати, фаера можно было взять, посмотреть. Он нормальный, кстати, вроде дамажа, да, неплохо, я смотрел тоже. У него КД. Самое прикольное, он в этом, скорч. Скорч. Кассера добейте этих мобов, и всё. Милишные эти. Бля, суманите меня, я хочу убить этих мобов. А прибежать самому? Ну я в Агримаре. Типа далеко. Еще проблема. Шаман. Беги с Агримара. У тебя 3 телепорта. Почему ты долго так? Ладно, побегу сам. Ура, победа. Люди начали бежать сами в данж. Я бы фонаря понапуливал, блядь. Да. Бля, давай бы УЕшку сролим, пока нету нахуй никого. Придумал, да. Да сведите их, Вань. Ну, кастер с ним, а бы кикнешь каст, он подойдет. Я не умею, ну. На, у него КД. Бля, обидно, конечно. Да, я бы фонаря понапуривал зермичком. А если бы у нас был бы фаер, тогда бы, получается, кринж-кингу нужно было таланты перебивать. У меня есть фаер. Не-не-не, стружку убирай, там же типа стружка перебивает ожог. Типа ты заново начинаешь так. Там же лок кидают эту хуйню, и мне больше не надо обновлять ожог. Просто раньше такая фишка была, что перебивала. Сейчас, сейчас 3 раза подряд, чувава, прикинь. Просто подряд. Я ебу. Это хорошая чарка, удобно. Ну, если тебе мишка я нравится, по кайф, да. Бать, кайф, пизда. Ну, все равно людей не хватает. Ну да, что-то людей, конечно, не хватает. Так у нас в гильдию, я смотрю, никто вообще ничего не добирает. Я, наверное, последний, кто пришел. Да сейчас вообще людей как бы немного играет, потому что лето, что вы хотите, все в отпуске, все чилят. Поправка, оно кончается. Ну, кончается, ладно.
Сейчас школа начнется и. Все такие умирают сразу же, пошли нахуй, блядь, закупаться, блядь. Им не купил? Либо девать, либо сами. Далее, умирает. Тем более сейчас многие к экзамену готовятся. Мирай, дневник купил? Какой экзамен? Ну вот, это на Халеоне 10 мобов, которые с метеора будут кайф танчить таким мишкой. Петя, что такое дневник? Внимание, ТБМ автоматического снимания на диване оружия не будет работать, пока вы не создадите набор экипировки ПВЕ. Это что, блядь? Это типа параша. Новый... Ну, создай набор экипировки, назови ПВЕ. Да мне-то, мне не надо. Это для этого, Войт, это... Тебе для надо мерещников, побить размахом, там секунд 10, настакаешь на всех разорвать от Т4, а потом рубаешь берсу и как по 20 раз, если начнешь. Сегодня челиков ТТГ сводил, два босса убили. Ну, собаку там два вайпа и все. Потом потраем. 25. Бля, сколько не ходил, всегда была собака намного проще, чем этот второй. С шариками вонючими. Ну, когда люди знают тактику, то да. Мы его типа осилили. Там... Да, даже на освоении у нас намного, ну, у нас на собаке было два трая, со второго мы убили. Да, смотри, а на этом вайп полетел вайп. Смотря какой рейд, какие люди. Я вообще второго в 7 хилов бил, блядь. Под пятки мы на собаке прям долго сидели. А вот, типа, второго мы забурстили там с третьего или четвертого края. Ну, у нас вот бурста не хватало, чтобы забурстить, и поэтому у нас, блядь, вайпались. А с собакой быстро ее... Могу, там так... Рейд такой, мы не могли, не можем профессора 25 обычки убить. Рейд. Так, да, можно я тут думал по поводу вчерашнего вонючего кота, который сролил чарку, да? Вот это вот на сопрот магии 10%, который стакается, спадает. Вот на форуме интересно написано то, что это чарка, ну ТГ-чарка, танк-друид, вот на танка. Он же не писал нов спек, если бы мы ему не отдали. Бля, вряд ли бы бан прилетел, мне кажется. Ну хрен его знает. Ну там прям написано же танк. Ну на танк, а чё? По мейнспеку отдается, если ничего не ролит, не пишешь. Ну вообще да, если типа ты не говоришь, типа ролл по спекам, то вообще типа там вообще пофиг. Не, ну тут его проблема, он не написал то, что он на уф ролит вот ты этот писал, код. Писал, типа... Не, ну, Спилка, смотри, ну и Войт как бы, ролл по спекам идет по умолчанию. Это надо писать, что ролл на оф спек. Это нужно писать, а так это всегда по умолчанию ролл по спек. Ну как да, бы и Войт был на собой, так да, не получится. Да ладно, что уже тогда говорить, типа уже чарка отдана, уже нет смысла. Да и в рот его ебать нахуй, ну я же не МТ нахуй. Ебать там хомяк суровый стоит, я лохуй. Она хорошая чарка, знаешь, если бы я МТ шел прям по КД, блять, какой-нибудь синдру там, нахуй. Джай. А чего, сумонёча? Нет. А вот этот ВТФ сампла Мао, вот это, сова, мишка, РДРУ. У нас у скилл кто такой? Не ОКД еще раз говорю. Он пришел только в чат. Ну ник знакомый. ОКДФ я хуй его знает, я ему на ракике звоню, на РТ не ходит на него. У него вроде 2500. Он писал, что типа у меня там проблемы, там бла-бла-бла. В итоге он заходит, но на РТ не ходит. Вот Мулок, вот про него? Ты какой-то шпион, нахуй. Это, ну, слабый этот сука. Надо брать бы хоть кого-то, чтобы просто потратить. В прошлый раз, блядь, хилов не хватало, теперь хилы есть, нахуй, блядь, не хватает. Охуенно. Ну где там Кратос? Он уже там хотел показать, какой он сильный игрок. Ссылка этими не чарками, а сокеты. Под столиком у меня тусуются. Картавый сука. Тебя? Это да. Кто говорит? Да. Сегодня у меня Андрей.
Охуеете, чекаем. Ты знаешь, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты кто, блядь? Я Ондра. Кринж, ты где, блядь? Опоздает, не? Чё ты не в инсте ещё, блядь, Кринж? Они что-то не сумонят. Кринж сюда здесь, нахуй, рядом, ебай. Дайте шкаф, блядь. Сейчас умну Кринж. Там уже в полете, блядь, столик, да, нажимаешь? Да. Бля, на роге хочу. Если тактика на Эрдру нужна, обращайся к Чивали там. Объясни вообще. Сука. На Фаера есть тактика? На Фаера? На Фраера только есть. На Фраер. Фраер маг. Кринж Фраер. Ты как это, как в бременских музыкантах тип смеялся, так же смеешься. Осел, да, который? Свят всегда так смеешься. Не осел, нахуй, который в очках, ебать. Ну, в натуре, пиздец. Или я перепутал. Машин Милфанд, как бы в рейде, и все на то пошло. Боже, что за страшное полено тут бегает? Охуенное полено. Ведь что у меня дохуя РПБ, кстати, в полене? Ебать. Ебать, ты страшный. Ну пиздец, на что не за контры, да? В МК берешь и ветками хуяришь по лесу нас. 400 РПБ. У него пульс очень жесткий на исчезновение, тупо. Отпизжу, блядь, с руки деревянной. Тупо исчезает, нахуй. Интересно, если ты дуэль кинешь, сколько ты ветками ебашить будешь? Блять. Ну, блять, все эти все Барбаросы и прочее. Вот это вот. Осталось. Они думают, наверное, что надо не сидеть. Поэтому, наверное, не заходят. Заходил все время, как демон. А че, кстати, Даша, типа к вам это пролетела или еще? Кирилл. Да? Там Даша к вам в Белоруссию прилетела? Чего? Ты ебан там в приватке, он, смотрите, скинул Кирилл. Не видел, ну стоп, стоп. Ебать! Бля, ебать, Кирилл здоровый, мне кажется, он ебучих с одного удара разъебет. Тебя сейчас снесет нахуй, не на, меня он нахуй уволит просто. Ты уволит, а там будешь в фонтане лежать, блядь, за. Дурак, нахуй. Монетки собирать, блядь. Ну тут много значит, кого. Блан. Не вижу Бланш. Да просто приехал. Тут мне масса маны слетаю купить. Забыл купить. Главное, в DC 26 приехал. Челов, нахуй. А что, да в Прагу просто приехать не хотел, не? Не знаю. Мы с ней хот-доги ели. Я знаю, у меня фотки есть ваши вообще. Ты, тебя и твоего хот-дога. Если ты не хочешь не уебаться, не уебайся, а то скажи. Пиздец, кринж-то. Да много кого нет. Не уебаться. Пару человек только писало, что их не будет. Да, друг, я тебя поймаю, нахуй, за шкирку тебе был скон. Ай, бля, кунка. Фонари, напиши кунки, может он все-таки зайдет, он, я не знаю, через мобильный. У него со светом проблема, так же сегодня было перед РТ. Ну, может, у него там что-то улучшилось, там, не знаю, сейчас... у нас потому что людей нет. Сейчас прошу. Ща беба я тебя скинула. Че, Рога пойти или че? О, Маничелло зайдет. Ну-ка зайдет, заебись. Вот тоже, я даже уже выбрал. Че? Пишем вот так. За Гагулина он очень как редко конечно. Ходит. Маничелло сейчас зайдет. Че, Маничелло блин. Писал, что... Старая он фотка, похоже. Ну это Беба. Вторая фотка, похуй. Ну это Беба. Еще один человек, если кунка не зайдет. Мне похуй еще, друг. Кентури пропал. Больше. Вот просто листаю список, очень много людей пропало, которые неплохо играли. Да? Чарми не видела, что писал, что его не будет. Кунка! Сэнджиро! А Чарми это что это? А, он написал. Он писал. А где это? Или это он мне в ЛС писал, я не помню. Ну, короче, что-то он писал, мне говорил. А где это Сэнджиро, бля? Или он заранее писал, что там письма не будет. Пиво Баша, короче, он который... говорил, в любом случае. Плейбой, который. Я точно помню. А, Натуре, а где Плейбой?
Да, он целыми днями сидит, пишет чат в он пиках. Писал. 16 числа еще писал, что его не будет в пятницу и воскресенье. Так вчера он был? Да, вчера, да. Он был вчера? Кунки нет, у нас какой-то Мама, да. Феникс. Его не было уже вчера. Ну, по крайней мере, в чате они там срались с Адель, на РТ был, он не помню. Мамила. Валера, нахуй, получается. Валерчик? Я вызываю Валеру. Валера, достал от Надо идти хоть как-то пробовать. Не знаю. Вот с пустым слотом, может, не так опасно будет? Просто пишем. Почему просто? О чем? Возьмем Юлю, спекнем в этого, в ШП, допустим. При стенах ДТ. Нормально. Два эрдру у нас будет, заебись. Все, вызвал Буксор. Валера. Могу в эрдру, могу в эрдру, могу в эрдру. Да, и хомяк нахуй. Зайдет. Кто зайдет? Ну, эрдру и плюс БР, плюс контроль, типа. А, Войт, знаешь, как работает? Подходишь в этом. Шелов — это хуйня, нам ДПС может потом сделать. Был бы абуз, вот подходишь в мишке, даешь этот размах. Вот этот, спекаешься в кота и увидишь. Я хочу попробовать с холипристом. Так что Люксор далеко не уходи. Медвежья сила. Я сегодня пошел демоном, думаю, закрою ИК 25, ебать. Перед РТ. Два часа до РТ оставалось. Вот, свалик. Ну, в общем, на Анубе мы повайпались, наверное, раз 10. Я лет мой нахуй. Я не знаю, он даже прыгнуть. Блэйч писал, не может. Кентури писал, что не может. Сейчас, подожди, тайминг, подожди. Так, так, кто это там? Кентури, типа, вообще сейчас играть пока не может? Ну, он вообще, да, не может. Но он скоро вернется, сказал. Ну, там у него проблемы... О, попал! Со здоровьем, скажем так. Блять, Месси профессионал. Бланк, ничего не писал. Опа! Бланк сразу же. Пати, ребят, с медведями. Было пати. Было пати. Вызывай Валеру, Андрей, что тебе могу сказать? Я вот не понимаю, вот Бобарсов в Толгороде сидит. Это типа прикол или нет? Блядь, вот тут друид... Вот объясните мне, вот типа, у нас РТ, у нас не хватает человека, он сидит на замене, лутает постоянно ЕП, сейчас он сидит в Толгороде. Блядь, он все равно тут бесполезен, как по мне. Ну, так же, как и Валера. Что Мася, Мася, а что думаешь по поводу серого друида среднего, некрасивого? Некрасивый, да, некрасивый серый. Бурый огонь. Он говорит, левый охуенный, ну если смотреть... В смысле некрасивый, нахуй, что за хуйня? Мне кажется, смотри, если смотреть со стороны как на леди, то справа некрасивый друид. Если стоять спиной к леди, то с левой стороны. Блять, у меня, по-моему, самый пиздатый вон там, да. Нажмите все танцевать, чё просто так стоите? Нажмите сумон, чё стоите? И шмот снимайте там, дренейки, нахуй. Ой, блядь. Дренейка, всё, блядь, нашёлся. Люлька, снимай шмот. Я не дренейка, я дочь Тиранды. Всё равно. Снимай трусы. Я почти так, я так без трусов, просто под платьем не видно. Снимай платье. Вот я почти дренайка. Я видос записываю, потом, блядь, на этот на Pornhub выложу. А он же сейчас запретили, да, нам его? Типа, или с VPN можно смотреть. Откуда его запретили? Еще не запрещали никому. Просто не смотрю. Там просто сейчас дубли постоянно повторяются. Даже Адель себя угорает. Да. Короче, велик, знаете, что там ввели? Регистрация с ВК. Чтобы возраст... А ну, там года два, как вы, ты что? Не было. Да не. Это очень просто. Еще как было. Пруфы есть. В хабе вы что, с ума сошли? А, нет, ну да, там вроде водили. Ясно. Люлька, снимай платье, я тебя снимаю. Блять, уберите вот эту собаку нахуй с огнем. Я приличная баба. Снимай. Нет.
Снимай. Нет. Сука. Что, у тебя ты только... не совсем не умеешь уламывать девушек? Давайте, ломайте. 100 голд даю тому, кто ломает. Да ты ей лучше дай. Как ишь, ты вообще еще маленький. Блять, уберите эту собаку горящую. Юлька побежала раздеваться, что это в угол или что, не понял. Прятаться от вас, от маньяков. Извращенцы. Там только Канна и... Знаю. Зато меня не пристает, хе-хе. Дерьмище. Бля. Было бы странно, если бы не приставали к тебе, а не к нам спасти. Нет. Чего они снимут? Кстати, я Юльку видел, вот. Где? На фото. Помогите. Опа, кто слил? Да, в Дискорде. Да меня фонарь. В Дискорде стоит, а кто слил, говорит. Косички секси. В Дискорде, элитном. Ну да, там где ты мелкая, где-то там на перилах стоишь, в платьишке там вот это все. 1.10 рост, по-моему, что-то такое. Мелкая? Ну да, на вид такая, да. В смысле, мелкая, молодая еще? Нет, старая, ну... Старая, Юль. Себя не догонишь. Рост низкий. Маленькая. Рост низкий, я понял. Ну, 1.60 это маленький. Хотя бы 1.80 это рост высокий, да? 1.80 это дуда какая-то уже. А девушка что, должна быть 1.90, что ли? 1.60, бля. Это чтоб ты к ней подходил и в подмышку упирался лицом. 1.47 же, да? Нет, шутку нельзя. Не надо вообще. Там есть какая фонарь-инфа? Он... Нельзя шутить, нет. Полчаса в сети был, только с телефона. Юля очень это... А там Оберсон стоит до Ларани, может его возьмем? Я не знаю, чтобы просто потратить хотя бы. Духа хлопить. Че стоять? Почему это... будет? Ну, может нормас будет все. Че мы там? Потравим, подеремся, посмотрим, если что заменим, кого кто зайдет. Кану, допустим, там еще поменяем на кого-нибудь. Что толку от замены, если ее нельзя брать, типа, в рейд как-то? Фонарь кинул уже. Хочу проверить, у меня пасть не слетел. Сейчас, погодь, у меня тут важные дела на месте. А ты поставил то, что типа только чтение? Поставил лужу. Угу. А, ну все, что ты паришь. Там. Все, заебись. Да, я не знаю, там какие-то обновы ебаные, мне показалось, что у меня слетело. Он что-то... не слетит никак, он же типа... А в Ламане видно лужу этот, вражескую? Какой нахуй лужу? А там же Малакрос ворует лужи. Ну, я не говорю. Там ну, ДБМ, ебать, на пол ебало просто пишите, вы ей. Кстати, вот лужу ну, кину. Вроде было видно. Я нет, не помню. Нет, лужи никакой. А она есть, типа. Такого было. Да. Ну, поубирали ненужную анимацию, в принципе, нормально. Она уж вообще никак не влияет. Ну, то на оком поставят, чтобы они больше вонеры ебучие не видели щиты. Надо вообще поубирать их без, просто чтобы не видно, чтобы невидимые хуячили. По-любому. Или чтоб кубики сине-белые. Бля, пацаны, я с этой фигни вообще ничего не могу сделать, потому что я не могу сделать, убрать галочку read-only с папок. Так ее не надо меня убирать, надо... блять. Надо на записи поставить галочку. Запретить. Запись. Да, да, только запись запретить. У меня на всех папках стоит read-only. А ты на папку ставишь или на файл сам? Я даже не пробовал. Мне написано, типа. На файл нужен. Сейчас я посмотрю. Заходи только на файл, ставь, и все, и не парься. Ничего, у тебя не будет там обновляться. Добавляю. А Никита где? На работе? Не, Никита. Смотри. Какой? Мой? Ну да. Не видно. Нет, не видно тотем Зандалара, не видно. Вот это метеор мага не видно. Че, Зандалара тотем есть? Ну-ка поставьте. Вот, блять, нахуй. Вот смотри. А не, это не пофиг, я чтобы духи были зеленые там или. А что дает-то?
Он шотает рогу и выводит из невидимости. Выводит из невидимости и шотает рогу. Вот. КУП. Как тебе? Да. Ну не шотает, а бьет. Шотает сразу. Ваншотает. И тейт, в смысле. Надо было сказать, что он делает тебя невидимым. Бля, ну в ПВП против Рокинг Баннер, да? Да нет, ну как тебе такое? А ты его можешь куда угодно поставить, или он под тобой только ставится? Ну, можешь поставить его, наверное, на расстоянии где-то метров 30. А как 30, он видит? Наверное, далеко видит он? Далеко видит? Радиус большой. 20 метров. Если не пользоваться этой штукой, то это имба. Ну, это да, это надо прям... Это на арене надо. Это надо он шарить. Ушел в кош, ты сразу под него кидаешь, он сразу из коша выходит. Не-не, кош, вряд ли. Ваниш, ты хотел сказать? А, Мася, к тебе вопросы, надо тактику да, на Эрдру, там вот эти вот там ротации на Эрдру и все дела. Позже мед может уже поставить сразу. Да, 4 специально. Ротация, нахуй, 5 омоложений, буйный рост, 5 омоложений, буйный рост, блядь, по КД, нахуй. Что такое омоложение, ебать, у меня такой... Ну такая фиолетовая лепесточек такой, блядь. Вот, кастую. Да, восстановление да. Пишет, ебать. Не, нихуя. Фиолетовый. Это зеленый, а тебе фиолетовый надо. На да, том мгновенно. Вот это. Целище. А на тебе сидит уже омоложение. Ждем людей, тем временем хуликчик собирает, блядь, себе так на. Кто-то где, блядь. А, я хуею просто тот человек. Как ты в 2К играешь? Сидит, опять, да? Он опять уже. Хуличчик. Бля, Холич, ты пиздец. Плюс нахуй вообще. Холич, плюс. Опять это хуйня. Давайте к нему в рейд пойдем. Прикинь, вломиться к нему в рейд, нахуй пронести ТТГ, блядь. Кстати, по-моему, у Луксора есть какой-то офспек, когда они только пришли в кого-то. Да, нормальный какой-то офспек. Нет, нормальный, по-моему, какой-то танк, он что-то нам танчил, да, Адель? Короче, я сейчас был в ТТГ. Ничего, не... сейчас, Славчик, подожди, не слыхать, что? Я говорю, ретрик у меня для ЦЛКХМ не пойдет. А у тебя протика не было? Ну, есть протик. Т4? 257. Да, Т4. 4-Т4. Типа 257. Звучит как план, но... Ну, не апнутый, конечно, еще не. Не, ну трэш-то сможет потанчить. 257, 4-Т4. Ну, давай попробуем. Короче, я в ТТГ выбил чарку на... Что-то там священный огонь начинается, дальше я не помню. На ШПшника. Бля... И, короче, у меня в рейде 2 ДЦ, нахуй. Ну, типа, ШПшников нету, спеков у них. Я отдал одному. И поэтому ты забрал себе. А, нет. Ну, я отдам. Ой, тебе там просили передать, чтобы ты пошел. Куда? Кирилла, для меня такая. В целка? 500, куда? Сколько там кап? 560 защиты кап. Ты, получается, Серега в котех? Ну он там шмотками собирается, и типа на это не смотрится, надо. Мастери, ну, блять, я вообще игнорю, потому что ЛП и. Или Айл, ладно, бобра, попробуем сначала. Этот. Мастери я вообще не собираю, типа, не вижу смысла. Ну, стамину захуяриваешь, типа, так, на ГДК. ЛПшка и. Этим, блядь, ирониками ебать. Ну и чтобы сделать метасоки, ты просто ставишь 15 ко всем характеристикам. На форуме писали, кстати, что Викарус может как-то анонсить приближение духа вонючего этого. На меткость, блядь, сколько у меня? Вообще, типа, надо 17, но это бесполезно собирать. У меня там что-то в районе 10, этого хватает шмота. Сделали версию 4.0, но, блядь. А код есть скинуть этого Викауруса?
Где ты прочитал, где нашли? Это вопрос. А Tell Me When не заносит? Нет. Что? Tell Me When вообще простой как ботинок. Там ничего вообще нет в нем. Да, там простенький, мало жрет. Типа для этого он не подойдет. В любом случае. Я просто поймал, как это можно наносить духов, как даже Викаура. Да каким вообще раком? Ну смотри, у них просто... Рядом с тобой, по радиусу. Короче, они... сейчас объясню. Вот есть Silent Alerter, его тут сейчас как раз вспомнили. Он же тоже анонсит, когда вот ты стоишь, допустим, Рога приближается, тебе же сразу говорит, что Рога в инвиз рядом с тобой уходит, но ты его еще не видишь. Самый простой, стойте, самый простой вариант убрать вонючие метки вот эти. Когда дух появляется, сверху такой столб бьет, даже если у тебя на минимум все настройки и графики стоят. Сверху столб такой, бах. Это серая, это от леди два столба такие идут, фиолетовые. Нет, и вот они именно летят дух. По... Она кидает духа, дух он не появляется, он летит, как будто плюха от леди такая. Вот, да, как ШВД, да. Вот как ШВД, приземляется и такой сверху столбик. То есть дух вылетает из леди, типа? Конечно, да. Тихо, вот смотри. Шкаф тихнете, стерва, ты пока не заменишь будешь. Смотри, леди стоит в центре, в печеньке. Я вот тут часто, допустим, танчу в звездочке, да, вот в нишке. Я прибегаю сюда, не уже жду богов. Я смотрю, приземляется рядом дух. Приземляется он именно, прилетает от леди у меня из-за спины сюда. Херак приземлился. И сверху такой светящийся столбик маленький. Слабо заметный такой. Хуяк ударил. Я все отошел сразу. Вот тут бью, у меня проблема смотрю, вызывает, когда он приземляется за моим экраном. Когда он выходит, получается... Там, из-за спины. А, вариант камеру отдалять. Отдаляй я камеру. Тоже камеру на максимум отдаляю, мне это помогает. Да, и все. Максимально. Слышь, Кирилл, а что ты Валера ходили? Давай через дорогу пойду по напулю. У нас один на пул. Через макрос убираю чат просто, и все-таки не нужно. И нормально. Ну давай. Так у нас мага тогда не будет. Будет. Валера. Вот. Про Юлю не договорил, вот Юлю в DC видел, красивая такая, ну я с лица ее правда не видел, но все равно. А потом нашел ее в этом, в ВК, думаю, добавлюсь, друзья, покажу то, что я красивее. А у нее закрытый профиль, блядь, пиздец вообще, и что делать? Как-то сильнее кринжа зашел, кстати. Неужели? Сарказм, да? Неужели нормально маг, не то, что эти кринж-кинги, блядь. Не сарказм. Не, Валера бог. Да, бог. Он кнопки жмёт. Ладно, чё, тихо, давай, Пеппа, заходи. Короче, тогда сейчас распределю. По-по-по, что это у нас получается? Дремич плюс фонарики и серый танчит. Серый на трэше будет. По трэше у нас играет, получается, Реслин, Фелиция, Мирай и Феникс. Финик. Это 4. Он Драгеба выйдет на бой с автофайн. Кто на боссе? Ондра и Геба. А, я сам как-то я послушал. Ты и Дремич. Угу. Что там с Полерой? Полера. Да, интересно, сетапом, конечно. Попробуем. Нет, сетап нормальный, просто люди могут быть. Так, седьмой платье я вас пока уберу. К нему ходить мне на ком, возможно, понадобится. Кэппи там помогаете, помогаете с АОЕ по трэшу, остальные все боссы установить. Я бы тупо босс. Трэш вообще не спишь. Ты тупо босс, им трэш вообще не спишь. А на первой тоже? Да, на первой тоже. Наполивать? Окей. Три танка должны справляться. А ну хватит 3ДКшника, что да. Андрей, будешь гриппать с правой стороны вместе с Мираем.
Распределите там сами, кто кого гриппит. Дремничтовой будет моб со звезды 1, который привязанит. Ну и центральный там Сало, я не знаю, какую-то хуйню кидать, может, понять. Я всегда кидаю там тарелку, если кастер. Милик сам подходит. Но это мало, он здесь где-то останавливается, когда трешь в пару шагах, где-то здесь. Вы выбиваете быстрее, он не будет скинуть. Кирилл, а если Калюту в хила, а Ридигу на этого, на Энха? По Энху он нормально может босса надамажить? Там, ну, побольше, думаю, чем Элем в любом случае. Можно попробовать так, кстати. Потому что Энх, он прям двадцатку может держать, если стабильно. Нет, там нормально, Энх. На, Володя, иди на Энх. Реально. Настало твое время. Пожалуйста. Володя, праздник, да? Нет. Забудь, он сидит. Это Леди, гости на Энх. Ты тоже будешь стоять, скинуть босс. А уставового можешь на инх? Мы просим тебя. ДПС хоть был, чтобы. Слушай, Андрей, посмотрите, написал. Разъеби ее вообще, Вова. Квакозябр или Ванчелла, кто из вас демон? Чего я вижу? Ничего, Ванчелла, демон. Какой оба, блядь? Ничего. Репота, блядь. Пять сотен не стоит. Шкафчик. Смотрите, тогда на второй фазе будет немножко придется развешивать, почему на трэш конкретно и на боссе, чтобы держалось. Можешь? Это для штука. Можешь. Ебать лютый нахуй. Я написал, да, я видел. Доставка, не, доставка не, точка Б. Да, но не еда. Так, короче, ШПшники, вы будете стоять со стороны Рамба. На второй файл. Так. А, ты про ХП в класку вернешь, да? Подожди. Можно, кстати, один слот сделать. Под танка сейчас сдавают. Просто там сколько? 6 класс. Сейчас будет возьмете. Он же они все разделять могут сами или нет? Не, подожди, я сейчас сам разделю. Да, вот там чем? 3 слота хватит. Так они копейки, по-моему, стоят. Первый человек. Нет. Но не блядь, копейки. Они там, блядь, дороже нахуй, чем, блядь, СПД и. Как они могут стоить копейки, если там тоже нужен лотос скверный? Смотрел, что вроде как-то давно. Ладно, все, ребят, тихо, давайте собрались, короче, сейчас будем куда-то. Давайте без хуйни и без махни. Ой, кикни возьму опять, пожалуйста. Рыбухавайте полбав, Карин. Вы там с Мираем определились, сколько у гриппа? Ну я обычно как делаю, я жду, пока челик грипнет, и потом грипну я, и все. И так я хорошо, хочу, давай, Адмирай, твой первый приверженец будет грипать. Первый грипать. Просто грипнет одного, какого-то выберет, и будет его грипать потом до конца. Калю, чего тебе не хватает в этой жизни? Калю. Феликс, ну ты еще не принял. Просто туннелить босса, не свищая трэш или трэш бегать? Да, 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 да. Нет, ты туннелишь босса, не свищаешь трэш.
свои 30 кп, что дал. На первой и второй фазе вы вместе с Бебной туннелите просто. Все, давайте, наверное, на полубах поедем. Ну, первый готов? Да-да-да. Ну, давай, отдали тебе. Давайте, погнали. Набрали. Боже, лучше. МК раздали контроллер быстрее. Законтролили. Забыл сказать, Мася, твои трусы, Войт, твой полумесяц. Я квадрат. Квадрат контроллер. А, окей, твой квадрат полумесяц, тогда контроллер мой. Лужа вышла. А кто первый танчит на второй? Хорошо. Дермич. Дермич. МК. Сейчас бейте мобу. МК раздали контроллер быстрее. Законтролили. Продлили контрол. Чуваву прохил. Диспел дайте. Активнее побольше. Медленно. Идем. Нормально трэш. Трэш нового. Трэш максимально быстро убиваем. МК через 5 секунд. МК. Так. Раздали контрол быстрее. Не убейте, он умирает. Законтрольте. Блять, ну ёбаный Мирай, господи, нахуй, пизду этот, ёбаный ФОСДК, ненавижу, нахуй. Надо ему резать ТП, нахуй, за каждую косу, нахуй. Заебала эта хуйня, падайте, блядь. А чё, давай вернем, 3, минус 3, давай. Не, это хуйня, не хочу, серый. Ну, типа, это полная хуйня, когда у нас умирают люди, блядь, на первый файт. Тем более в таком количестве, ладно, ещё один человек, но 3, это пиздец. Насколько? На 10-15 минут, да? На сколько ты придешь? О, аддон заработал? Да, прикинь, вообще урон, та-та-та. Хуя себе. Мирай, скидывай в этот самый, перед... Скидывай на все эти свои спилы КД. Точнее, ставь КД. Так у него быстрое там вроде, да? Блять, фейк нахуй, дети, когда происходит. Короче, сразу прошу прощения за флот, что очень много носит всего. А мой нельзя отключить, оставить только одно. Не знаю. Кто что носил, а? Я, блядь, чат вообще это не читаю. Я, кстати, тоже выключаю его. Макросы. Чтоб обзор пусть. У Юли хороший аддон, сразу там пишет. Не, пусть будет, пусть будет, оставляй. Сразу минус 300 ЕП тому-то. Так, что писал. Умер от взрыва духа. Не виноват. Виноват, не отбежал. Оставляй, оставляй, ты чё? Надо аддон настроить, чтобы писал так. Я умер уже после того, как сказали. Мне неким тебя менять, блядь. Мне надо, чтобы ты бумажил, блядь. Убил трэш на второй фазе, я от духа подходил. Не, нормальная тема. Оставляй, оставляй, хорошая была. Заодно контролировать. Блядь, я тоже играю нахуй с 5 FPS, блядь. Ты заебал нынче своим FPS. Мне тоже лагает, нахуй. Я вам потом запись как-нибудь запишу, нахуй. Мне лагает, охуеть. А ты сможешь? У тебя же залагает еще больше. Да, попытай.
Если карту не видят, то не будет падать. Через шахтой. Блять. Что это мандр? Я, блядь. Что, лотошоп? Вообще хуя, блядь. Войду, чтоб фаска не текла. Я тоже пока отойду. На твина. Пойду траву собирать. Мирай, пойдем на X5 БГ сбегаем парочку. Пока. Что думаешь? А, перерыв объявили. Мирай, пролывай мне в коржан, а? Ты что, где ты? Как там и поживаешь? Можно Мирай? В дотку каточку сделать. Да даже две, наверное. Меня больше всего интересует ТРГ Мирай. Че он там вообще? Живой, здоровый, не спился? Пьет? Блядь, понятно. А, это же их гильдия, там, Rise of the Front, да? Я просто думал, это они, не они. Название-то тоже, но игроков не вижу знакомых. Я Ми видел, он спамил в чате, когда зашел на X5. Думаю, блядь, зайду, посмотрю, кто они. Они все перешли туда. Газы вот эти, там, греки, вот эти все. Там у них ники другие, потому что... А потому что и Мирай там сидит, нахуй, нихуя себе, 240-й, блядь. ПВП-шный ДК, там, вот это все, там, ачивочки у него судьбы, там, все положено. Не, вообще ноль претензий. Просто не думал то, что Мирай там по уде сохнет. Да ладно. Не, там и коня 25-ки, типа сейчас. И каражан. Каражан там вообще еле как проходит. Ну, Мирай можно понять, у него два руля уже и там нихуя себе. Пиздец, он жесткий. Да ладно. Ага. Согласен, ебать. И почти четвертая, ой, вторая ката, третья, почти третья ката. Жестко. Ты что, там бонил себе поставки, нахуй, или что, у тебя там БП? Там можно просто купить проходку. Ну, мне кажется, Мирай перегорит, он там по ПВПшит пока что, чуть-чуть, пока новый сезон не начнется и бросит опять. Да куда ты нахуй денешься? Мы тебя найдем, посадим, будешь играть снова. Ебать, жалко, ну, Рпека не спроси, пустерево. Не, я тут только перегорю для себя решил, если убьют чарки ТГ, еще хуже сделают что-нибудь такое. Что, бля, их так нереально, это имбаланс получается, да? Ты ходишь, рейдишь, но ты не можешь получить шмот, кто-то получил, блядь. А эта прибавка не плюс 1% ДПС, а плюс 10 для многих. Причем в зависимости от класса. У кого-то говным говно, а у кого-то прям бище полнейшее. Я понимаю то, что для кота, если я лутану нужную чарку, мне сразу плюс 5к ДПС добавится. Я в этом уверен, блядь. Просто плюс к нахуй. 20 давал, 25 будет вот в соло тарме. Это 100 долларов, блядь. Ну, я думаю, вряд ли мощные. Они будут реворкать в минус, они, скорее всего, будут поднимать вот, то, что это среднее. Ну это имбаланс, понимаешь, это имбаланс. Имбаланс в плане Т4. Раньше хоть как-то там плюс-минус одинаковые все были. Вообще до реворков всех. Сейчас, блядь, ну это пиздец. Ну, блядь, почему я в своем 264-м коте, блядь, вонючем, в сратом калимом конченном. Да там 20к максимум выпукиваю кое-как. Все, блядь. Слушай, я думаю, ты, если... сути, больше не дашь. Если я одену шамана исключительно вот в Т10. Часто печеньки не проблема надо лутать. Какого? Элема. Рестора. Один хуй захиливается, что так, что так. Там, мне кажется, там особо не влияет. Тут больше я по ДПС. Вообще ситуативно, мне кажется. Там... Просто, не, ладно, допустим, ДДшник, ты там больше дашь, там циферки. А когда ты хил, блядь, ну прохилил, а ты прохилил и похую. Если бы раньше осталось старое для, мне кажется, для, я даже на шамах не играл, мне кажется, если бы осталась вот эта цепнуха, которая туда в обратную сторону... Ебало бы всех тут вообще. Конечно, ну до сих пор бы, блядь, было самое типа долгое. Типа 5к срезали, я ж кидал тогда, что было.
5к хпс срезу шамана сразу же. Убрать спинуху вторую. 5к. Валера, подключай все доны, кроме ДБМа. А у него подключено? Слышь, Валера, ты патч, да, сделал? Потому что если нет... Нет, ну Валера вообще пиздал. Кирилл, у него такой ебнутый компьютер. Еще хуже твоего. Там только если он разрешение свое напишет, там уже страшно станет. Там видеокарта, блядь, вообще нахуй, пиздец. 20-летний дар. Ребята, алло, ребята, тихо, пожалуйста, зайдите все, давайте бить. Сейчас еду там подключать. Сори. Мне кажется, скоро Сирус станет таким, блядь, поддонать, задонать, что-то придумай, и у тебя будет нахуй плюс 10 кдпс. Вот так. Он всегда такой был. Ну, только да, нет, смотри, можно было соревноваться. Чем больше донатишь, тем больше у тебя випка. Больше випки, у тебя да, процент урона или хила там, там. Смотри, у меня третья, у меня 16-я лоялка. Ну, кстати, блядь, голоса не засчитываются, нахуй, я в ярости, блядь. Чё, 3 дня у меня, нахуй, 0 голосов. Тут. Неважно, ну смотри, у меня третья випка, я голосовал, я не донатил. Один раз, только на один раз, все, блядь. На X2 играл, перестань, там были донатные, фулл брюли, вот это все. Ну, у меня был конкурентный ДПС, чё нет, ребята, ебашил я нормально. Даже с выходом Т5 пока не реворк. Это прикинь, вот сколько ты донатишь на третью випку, ой, донатишь, голосуешь третью випку. Вот, ну, полтора-два, наверное. Нет, но... больше перестали. Ну вот. 4, но у меня перерыв был, да. Наверное, по одному разу голосуешь? По 3. Не, ну смотри, сначала по 3, потом по 2, потом по одному. Ну, ребят, по будем пулять или нет? Да, да. Войт, тут Андрей, сколько... Андрей, тебя просили передать, что ты сколько голды стоит 4-й? Или это Войт, ты говорил, что он не донатил? Я приду? Да. Ну еще. Наверное, дохуя. Да просто просили передать. Ну я еще на место дохуя. Я ж никогда этого не отрицал. Чё, погнали, не? Раньше випка была охуенная, давала к статам. А сейчас дают к ДПС. Всё, давайте вообще на колупашку поехали. Ребят, блядь, давайте вот меньше пиздежа нахуй. Лучше смотрите, блядь, от духа подходить. Тут ничего делать больше не надо, по сути. И контролить. Ну ничего. Блядь. Все подлагивают. Нет. Сейчас, типа. Аллилуйя. Давай, чёрт. Вот. Боже, вот. Каст бить, но... Каст, блядь. Успел. НК 2 секунды. НК раздали контролы. Не убейте бему. Ну, блядь, ну... Колесом встань. Не будет стомить. Да я ебал нахуй, да что это за игра нахуй такая, блядь? Ну пиздец просто, блядь. Падайте нахуй. Заебало нахуй. Полчаса пиздите нахуй, полчаса отходите, блядь. Потом вылетает один, вылетает другой нахуй. И ебал я в рот такие вообще трай нахуй делать. Заебало уже реально, блядь. Да, блядь. Штырки ебучие нахуй. Ебать, я должен... Москве задать нас, как-то? Поди, хуй сейчас слетит, когда, блядь, она встанет.
А что сейчас произошло? Не проконтролили или убили их? Вылетел. Калют. А, ёб твою мать. Это Сирус. Хули, блядь. Но мне не показывают, кто-то вылетел. Высирус. Че, рыбку поставят кто, не? Рыбу хавать, типа, бар перейдет. Там тьму бафнули, что ли? Нет. А вы рыба. А, ну, Урюдар. Да, это, сорян, это Урюдар просто выше. Я пишу все это бафы тьмы и так далее. Чем злоба. Давай черчим поймать. Надо ли?